Так, теперь начинаем учиться. Обучение в 22 веке. Почему в 22? Потому что в 21 я не докричусь ни до кого. И вот эту правду, страшную правду не знает никто. Ладно бы хоть знали, сказали, да плевать нам хотели, у меня трое детей, а другой, да я не хочу детей заводить. И действительно детей уже не хотят заводить. Родить себе на горе и себе. Вы понимаете, что такое оно, нет? Это, ой, я сейчас в политику залезу, и вспомни Макрона и прочее, прочее. Так, современные министры из нового поколения памперсников, поняли? Поэтому у них уже возможность стать министром есть, это у нас нет. Ни Латинкова, ни у кого. Вы представляете, этот самый Сергеев, да, умница, мужик, монстр, садовый монстр такой, это вообще, я говорю, такие как штучные изделия, такие сейчас не делают. Он приглашает министров-капиталистов на свои сборы, он организует, когда мог, возможности были, российские эти слеты, я там выступал. Вот, находил подход, приглашал министра. Ему самому давно пора было там быть министром и говорить, вот это сады, эти виноград на Урале, это, на черта нам это Средняя Азия, у нас лучше, абрикосы растут, да и это, огромные, как у него, огромные деревья и плодоносят, и плевать им на все эти морозы. Вы понимаете, что нету, они получились эти, две параллельные. Мы и эти памперсники. Все, теперь, я надеюсь, когда-то навсегда прилипнет вот это. Ребенок по Фрейду, который родился, он с первого года, и каждый день он занимается, у него вырастает, это самое, вырастает, развивается и оформляется, и у него получается, что он растет сексуально, хотя даже еще первые годы об этом сам не знает. Но это идет, это развивается эти самые. Как разовьются? И вот горькая правда. Фрейд в гробу переворачивается. А еще знаете почему? До этого все в мире плевали на Фрейда. А у нас особенно ненавистью всегда был окружен.